Елабужском институте Казанского университета впервые открылся Яндекс.Лицей. Проект дает ребятам возможность получить хорошее дополнительное образование в области программирования. Но хотя это бесплатная программа, поучаствовать в ней смогли далеко не все. Желающим потребуется пройти конкурсный отбор. Идея очень хорошая в плане для того, чтобы те, кто собираются начинать свой путь программирования, они уже понимали, что им ждет и будет хоть какой-то опыт. Вот, мне очень понравилась эта идея, решил попробовать свои силы. Участие в образовательном проекте позволит участникам узнать основы программирования. Они поймут, что их ждет, и получат практический и теоретический опыт, который пригодится им во взрослой жизни. Мы с Яндексом подружились, и нам важно было это отметить и донести и до родителей важность этого события, и ну, чтобы дети почувствовали ответственность, что на самом деле им дается вот такой бесплатный шанс, не каждому он дается, и чтобы они сумели им воспользоваться. Напомним, что IT-лицей и лицей имени Лобачевского Казанского университета также являются участниками проекта Яндекс.Лицей. Федосия Ершова, Айдар Нурмиев, Универ Ньюс.